Злые намерения, дорога в ад. Поверьте мне на слово, здесь были деревья, но сейчас травы заросло. Деревья срубили, остались одни пеньки. Вы не думайте, лесник разрешил срубать деревья, хотя это запрещено. Но за деньги что не сделаешь? Все покупается. Как вы думаете, а егерь он тоже бережет зверей? Конечно, за деньги браконьерствуют.